Всем привет, ребята, всем привет. В общем-то, это продолжение рубрики 100 дней на Океаник Survival. Это уже, я не помню, какая это уже часть, примерно пятая, может больше. Кто помнит, напишите в комментарии. Собственно, и сегодня у меня наконец-то будет цель опять копаться в шахте, да. Ничего нового, как бы серии идут, а цель не меняется, потому что алмаза я никак не найду. Вот изумруда есть, лазурит есть, там ростов есть, все есть. Алмазов нету. Поэтому сегодня мы будем искать алмазы. Да, снова, да, опять. Просто потому, что мне они нужны. Аукционе, ой, извиняюсь. На аукционе я проверил, их нету. Как бы. Поэтому будем, как бы, искать сегодня алмазы. Так, лук. Что, собственно, в шахту надо взять? Ведро воды обязательно. Что еще? Блоков там и так достаточно. Дерево немножко можно. Палок немножко. Чуть-чуть железа. Факела, не знаю, нужны, нет. Нужны, нет факела. Так, уголь. Уголь есть. Возьму немножко. Не весь. Не весь. Потому что я очень люблю падать в лаву, как вы знаете. И не хочется опять 3 серии потратить на поиск угля. Как-то не особо вот желания имею. Поэтому, собственно, сегодня будем. А! Чего? Я ж только что заглянул, там никого не было. Ё-моё, напугал. Так, поменялось ли что-то в шахте? Здесь, по-моему, нет. Чего абсолютно не поменялось. Так что, ну, продолжаем, как бы, наши раскопки, скажем так. В какую сторону копать будем? Ну, давайте вот... Нет, вот тут. И у меня сейчас сломается кирка, да. И меч, кстати, тоже скоро сломается, но это, думаю, не так страшно. Как бы меч, вон, у меня топор есть. Им тоже отбиваться. А, у меня и запасной меч есть. О, у меня есть и лопата. Отлично. Не так страдать от крови я буду. Тоже хорошо, как бы. Так. Что-то мне не нравится эта часть уже. Здесь куча гравия, опа. Еще что-то. Ну-ка. Оп-оп. А, стой, я тут был. Да, я тут был явно. Странный чувак зашел, вышел. Ладно, допустим. Так, собственно, прокапываемся вот так. Вот так вот делаем дорожку себе. И что-то мне тут не особо нравится. Тут есть что-то? И ничего тут нету. Ну ладно, будем копать вот так вот в стороны, как и раньше. Может быть, что-то найду. Было бы очень неплохо что-то найти. Потому что нужны алмазы, а я их найти не могу почему-то. Кстати, ребята, как бы, если что, IP сервера там в описании, можете заходить, буду рад. Также у нас сейчас проходят конкурсы и на этом сервере, и на втором сервере. IP-шник тоже в описании. Собственно, вот. Как бы, так что заходите, также у нас Discord сервер, в основном все конкурсы там проходят. В общем-то, ссылочка, опять же, в описании. На все ссылочка в описании, там ВК, группа, что еще там, мой ВК, ну да все что угодно в описании. Как бы вот. Давненько я не снимал ролики уже. На самом-то деле подзабыл, как это делается. Надо будет сегодня. Ну, может, не сегодня. А может, и сегодня стрим проведу скоро, кстати, тоже. Как бы на канале. У меня тут достаточно много интересного, так что если. Как бы хотите за этим следить, то подписывайтесь, ставьте лайк. Собственно, и не будете пропускать ролики. Чтобы уведомления приходили, там колокольчик будет. На него тоже нажимайте. В общем-то... Так, что-то вообще мы ничего не можем найти. Нет, не устраивает. Я хочу что-то хорошее найти. Ну да. Нет, на какой вообще высоте нахожусь? Как там это смотрится? Ой. Не то, вот F3. Я на. А. Да. Еще алмазы на 20 высоте, прекрасно. Извиняюсь. Немножечко затупил. Так. Немножко затупил. Извиняюсь, ребят. Да, конечно. На 20 высоте захотел алмазы найти. Что придумал? О, железо. Железо это хорошо, редстоун. Может, тут сейчас алмазики рядом будут?
Тут все ресурсы, сейчас что-нибудь найду, может. Железо, причем много железа стоит, сколько вы здесь? 11 железа в одну залежу. Немножечко редстоуна тоже. О, еще. Так, все, это весь был. Ну, уже что-то, ребята, уже что-то. Так, какая-то у нас высота. Это у нас 13-я. Еще на пару блоков вниз. Так, примерно вот на этой высоте, да? Ой, это что ж такое? А, да, 11-я высота, это, можно сказать, идеальная высота. Так что будем копаться здесь. Собственно, так прокапывать буду, там что-то выкапывать, и, может быть, найду алмазы. Потому что, я не знаю, это вроде максимально простой ресурс на сервере, то есть он у многих есть, как бы. Но что-то мне вообще не везет с этим ресурсом. Не знаю почему. Я вот уже сколько серий пытаюсь найти алмазы, вот ни разу что-то не нашел. Даже одного алмазика там в какой-нибудь шахте нигде, то есть. В каком-нибудь данже. Вообще нигде. Я не знаю, хоть плавай по кораблям и щитам. Потому что. Вот капец какой-то, ребят. Ладно, думаю, как найду что-нибудь интересное, вернусь к вам. Для вас пройдет секунда, а для меня, ну, как всегда, неизвестно сколько. Так, ребят, собственно, у меня сломались все кирки, ну, вы видите все, что я накопал. 36 железа, 48 угля, 40 лазурита и 68 редстоуна. Ну, и куча блоков. Я не знаю, что мне с этими блоками делать, вот ей-богу. Еще я немножечко потерялся в своих этих катакомбах, которые я тут нарыл. И куда мне идти? Ты сюда вроде. Я просто без понятия, у него чуть что в этом выживании с ресурсами не везет. Капец какой-то. Просто ни алмазов, ничего не могу найти. Хоть, не знаю, бери вот на аукцион с основного аккаунта выставляй. Ну, не с основного, у меня есть второй аккаунт, собственно, с которого я стримлю. На этом же сервере. В общем-то... Вот реально, хоть бери алмазы оттуда и выставляй их на аукцион. Но я так делать не буду, понятное дело. Просто, как бы... Ну реально, мне что-то не везет в этом выживании с алмазами, вот прям вообще. Ну я не знаю, капец какой-то. Да, как бы есть он, все, и тростник там, чего у меня только нету. Но алмазов вот вообще не везет. Капец. Так, собственно, что... Ну, куча всего, конечно, вот блоки всякие там, железо, уголь, это все, конечно, классно. Но что-то мне не особо нравится перспектива о том, то, что я не могу найти алмазы. Чего? Это что было? Что? Что за прикол? И оно пропадает. Ну, я, чтобы вы понимали, я не в креативе, вон хпшки там все, то есть я урон получаю, все могу есть. Какой-то баг нашел. Ну ладно, в целом он не критичный, так что... Это не баг, это фича вообще. Так. Так, ну, на 4 части разделю. Сделаю так, так, тут 3 уголька. Тут 3 уголька. Ладно, пускай будет по 4. А, собственно, вот сюда вот. 4 уголька получается. Еда. Так. И тут 4. Все. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Это все выкидываем. А мне нужна кирка. Или нет? Так, стой, морковку собрать. Предлагаю, не знаю, огород построить. Я не, огород мне особо не нужен. А, что можно сделать, я даже не знаю. А, так. Есть что-нибудь в эндерсундуке там или... Так, ну-ка, сначала хом проверю. Да, работает. Так. Варп. Спавн. Так, где? Вот эндерсундук. Да, у меня тут есть спавник... Спавник. Спавнер коров, тотем бессмертия и трезубец. Я не знаю. Ну, как бы, есть полезные предметы, есть нет. Так, и еще вот мне интересно, что тут сделали. Я заходил с основного аккаунта, когда кое-что настраивал. Мы недавно добавили сюда кастомные предметы, если вы прописываете команду eCraft.
то у вас открывается вот такая менюшка. Так, ну это я не могу. Это временно тут техработы ведутся. А вот тут у нас есть вот такие вот классные предметы, которые вы можете скрафтить из определенных других предметов, за уровень там и так далее. То есть, ну и время, соответственно. Тут вот, допустим, куча всего. У меня этого всего нет, к сожалению. И луки, собственно, вот такие предметы. Ну и второй раздел там тоже скоро откроется. Так, тут есть куча всего. О, железо. Ладно, оставлю другим игрокам. У меня все-таки есть. Как бы надо уметь делиться. Так, тут что? Уголь, зажигалка, удочки. Ну, куча всего, короче. Тут что? Уголь. Так, морковки куча. Бамбук. Тут что? О. Золото. Еда. Редстоун, всякий хлам. Железо хорошее. Ну, достаточно много всего. Так, тут что? Тут шахта, я так понимаю. В той печке что-то есть. Неплохо. И вон там вот портал в ад у нас сделали, короче. Как бы игроки у нас добрые. Собственно, вон помогают всем остальным. Как бы вон сделали вот такую вот для новичков островок. То есть можно дерево добыть, бамбук, там еды, все что угодно, короче. Ну, собственно, главное, сажайте обратно. Такой вот принцип. Собственно, на самом деле много всего строят наши игроки. Вон недавно, кстати, добавили портал в этот на спавн. Собственно, вот тут вот такая вот штуковина. Что это такое? Самолетик какой-то. В общем-то, тут у нас портал в ад и вот такая огромная платформа. Лодка. Ой. Извиняюсь, ребят, чихнул. Так. Так, тут у нас свинозомби, его мы не трогаем, потому что меня могут убить. Давайте отправимся в ад, попробуем, посмотрим, что там есть. Просто посмотрим, что тут есть. Ага. Нормально тут. Построили у нас игроки, красавчики. Тут, я так понимаю, добывали что-то. Ой, не-не-не, вы страшные. Так, тут есть где-нибудь адская крепость? У меня, конечно, не лучший лут для этого. А походу и крепости тут нету. Как бы... И я чуть туда не спрыгнул, кстати. Так. Ну, собственно, ад есть вот такой вот. Так. Что могу сказать? Погнали теперь в энд. Так, Ясно. Так. Варп. Спаун. Так, погнали в энд. Ой. Случайно меч выкинул. Бывает, бывает. Так. Отправляемся в энд, получаем достижение. Так, ой-ой. Главное на этих чуваков не смотри. У меня кирки нету. Вообще прекрасно. Так, у меня есть зато вода. Так, дракона, я так понимаю, уже убить успели. Так, да, дракона уже успели убить у нас. Как бы игроки вон. Молодцы, стараются. Да, портал активирован. Тут, я так понимаю, яйцо забирали. Так, а где... Вот эта штуковина, и к ней, походу, прохода такого нету, да? Ну да, к ней прохода нету. А! Где он? Вот он. Загрел его случайно. Придется убить. Где он? А, вот он. Он вообще получает урон от моих ударов или нет? Я его, по-моему, ударить не успеваю, ребят. Да что ты будешь делать? А ну ты надоел уже. Да я тебя добью и все. Сам загрелся, еще и вот это вот убегает. Давай, подбегай. Оп. Я попадаю по нему или нет? Я не понимаю. Не надо меня бить. Где он? Где он, ребят? Где он? Походу он разогрелся. Отлично. Водичку забираем. Так, хом. Меня воду забрали, ребят.
Ну, ладно. Так, давайте скрафтим кирку. Сколько у нас ролик идет? А ролик идет 15 минут уже, достаточно долго. Так, железо у меня есть? Есть, отлично. Так, так. А, ой, что я сделал? А, так, оп. А, оп, оп, оп. Все, кирка есть. А, давайте соберем бамбук. Оп. Так, это закидываю. А, ладно, не закидываем. Так, тут у нас железо переплавилось почти все. Так, 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 так. Тут не было, тут. И вот тут вот одно сейчас доплавится. Не, ну в целом неплохо ресурсов добыли. Достаточно много. Но все равно мало. Да. Так. Ну ладно, ребят, думаю, на этом будем заканчивать. Возможно, сегодня проведу еще стрим, но это не факт. Как бы это 50 на 50. То есть, ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, собственно, если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайк. Ну и подписывайтесь на канал, если хотите больше такого контента. Собственно, заходить там на сервера, дискорд-сервер, группа ВК и так далее. В дискорд-сервере, напоминаю, у нас конкурсы проходят на серверах. В общем-то, до скорых встреч и всем пока, ребята, всем пока.